Всем привет подписчикам, гостям моего канала. Меня зовут Евгений Малов, вы на канале «Свиноводство для души». Сегодня понедельник, начало новой рабочей недели. И сегодня видео посвящается, ну, с чем я занимаюсь в основном по понедельникам. Ну и так, легенько покажу, что мы там примерно делаем. У меня сегодня по понедельникам мойка, как обычно. Но сам процесс мойки не снимал, не было кому. Ну и там снял, что после мойки делается. Сегодня сканируем. Сегодня отмечали, проверяли этих польтов. Номера записывали будем. Потом распечатывать, смотреть, сколько им недель. И потом уже отбирать на альтрасон. Ну так, в принципе, ничего особенного. Все как обычно. Вот. Всем хорошей продуктивной недели. Кто не подписался, подписываемся. Пишем комментарии, ставим лайки. Всем спасибо. Всем пока. Так, сегодня понедельник. И мы будем сегодня сканировать свиноматы, которые... шестая неделя. То есть у нас вот так, типа, стендик, написано все. Вот, допустим, завтра выгоняем вот эту команду на родильное отделение. Там 43 свиньи. Ну, следующая неделя такая, там такая. Вот. За, получается, раз, два, три, за 4 недели до родильного отделения вакцинируются свиноматки и первородки, и те, кто еще даже не осеменился, польтов осеменяем. Потом польтов осеменяем за 6 недель. Раз, два, так получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. За 7 недель осеменяем польтов, которые будут беременные. Которые беременные, но будут через 7 недель эти рожать, их тоже вакцинируют. Вот. Потом 6 недель команду, которую мы сейчас сканировали. Вот, 3 недели, которые будем сканировать, еще ничего не записано. Ну и вот прошлая неделя, которую осеменили 51 свиноматку. Итак, сейчас пришли сканировать свиноматок. Это уже после 6 недель после осеменения. Вот. Ну, сейчас они шумят, сейчас начнется бегать. Но тут минус сканирования того, что они ходят, они в станках стоят. И поэтому не всегда получается сразу быстренько понять, беременная или нет. Ну, сейчас попробую вам показать хотя бы. Ну вот, видите, беременная свиноматка. Черные пятнышки соединенные. Вот, и просто помечаем, чтобы их не того. Вот так это все и происходит. Ну, у нас там еще 4 команды. Ну, с этой 4. И ходим, проверяем, сканируем. Ну, сейчас соломы нету, закончилось. Обычно соломы кидаем, они стоят. Не хотят. Ну, в принципе, так оно все происходит. Поэтому не надо еще смотреть внимание. Попадаются такие персонажи, которые просто бегают, за ним гоняешься. Но что делать? Сканировать надо. Делаем рисочку, чтобы отметить, что мы ее посканировали. Ну вот, еще одна. Психованная. Все. А вот это вот. А нет, она все. Ну вот, получается, 4 бокса отсканировали. Вот. Это 6 недель второе сканирование. Ну и вот свинки на следующей неделе будем сканировать. Ну, получается, у нас где-то 4 бокса в неделю мы сканируем, 4 бокса выгоняем. И там в районе 45, может там 42. Ну, когда как, завтра 43 свиноматки выгонять. Вот, так что такие вот дела. Итак, вот польты. Вот, это точечки синие, это мы намечали, которых уже посмотрели. Вот, у нас тут 3 бокса, получается,
1, 2, 3, 4, 5. Короче, там, где больничка и солома. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И есть у нас вот такой блокнотик. Вот, и мы проверяем свиней по бирочкам. Ну, у них на ушах бирки. Записываем номера. Потом распечатаем распечатку, ставим возраст, какой возраст у них. Ну и, соответственно, по этим номерам, по возрастам, ну, определяем, кого брать ну, на альтрасунок, чтобы давать, ну, для синхронизации охоты. Вот. Ну, свинки себе отдыхают, ни в чем не нуждаются. Так, идем делать мою самую нелюбимую работу. Это, блин, отдавать солому. Вот видите, типа короба такие, как типа, ну, козам ставят, чи кому там. Короче, в каждом боксе есть такие эти решетки, сетки. И мы туда там раз-два в неделю возим солому. Вот. Ну, это по закону должна быть либо солома, либо цацки. Вот в каждом боксе. Вот. И мы сейчас будем давать солому. Вот. Больничка, сюда солома, ну и вот наш чудо-вагон, будем этим чудо-вагоном развозить. Ну и вот. Тюки соломы, короче, где-то 500-600 килограмм один тюк весит. И пошли маслать, на часик-полтора мы, короче, уходим в солому. Ну вот начали раздавать солому, вот одни уже получили солому, одни еще ждут. Вот, свиньи все едят солому, им все нравится, жуют, кто лежит, кто жует. Ну, как-то так. Одну линию отдали, еще 7 линий таких. Ну, как-то так. Ну, как польты любят солому. Едят, аж неудобно. Не знаю, почему здесь, но у меня дома свинья солому не есть, она и тики. Перед этим, перед опоросом кублу робить и все. Люцерочку їдять, а солому не. А тут шмалять її на ура. Так ти так. Це чудо апарат для обробки дезінфекції просто після мойки. Ну, от помили, тобі шлангочка. І от дезінфекцірують. Полностью бокс, инвентарь, стенки, полы и уголок обливает, и потом получается дезинфекция. Ну, получается, как известью пропшикают. И все, а потом в уголок поросятам тырсу, и все.